Друзья, всем привет! Я сегодня вам покажу замечательный рецепт из самых доступных продуктов, ингредиентов, который отмывает все до блеска. Я использую его на кухне. Конечно, и в ванной комнате можно, но на кухне работает прям на 100%. Удаляет грязь, налет, жирные пятна и так далее, там, если все засохло или что-то. То есть работает прям вот на ура. Делается очень просто. Обязательно возьмите на заметку, сейчас приготовим, и я вам расскажу, для чего использую. Я беру пол-литра воды, и понадобится обычная лимонная кислота. Столовую ложку на пол-литра воды. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Так, столовая ложка. Растворяем. Растворяется достаточно быстро. Если особенно вода теплая. И сюда нужно будет добавить обычный столовый уксус. Постоянно вы спрашиваете, я использую только столовый 9% уксус. Уксусную кислоту 70% я не использую, потому что это все-таки опасно. Так, 2 столовые ложки. Все, средство готово. Перемешиваем. Можно, конечно, использовать... И так просто мыть. Удобнее, конечно, это при помощи пульверизатора. Вот у меня такой самодельный. Это средство у меня уже приготовлено. Я его постоянно использую. Хранится оно у меня на раковине. И когда что-то нужно быстро отмыть, я раз-раз побрызгаю и смываю. Теперь переливаю. Я нанесла по всей поверхности, также вот на эти металлические ручки, потому что здесь жир. Оставлю минут на 5. Все хорошо смывается потом, когда вы будете протирать обычной салфеткой. Самое удивительное, вот эти вот ручки, здесь жир, ну что-то такое неприятное, липкое. Вот этим средством буквально сразу прям все убирается. Главное оставить минут на 5, на 7, и потом просто взять любую салфетку и пройтись, и все прям вот, знаете, такое гладенькое становится, чисто. Здесь бывают такие вот пятна грязные. Очень хорошо отмывает, прям... Ну ура! Если испачкался холодильник, тоже не знаете, чем помыть, разбрызгиваем, протираем, и все очень чисто. У меня варочная панель, это стеклокерамика. Средств я не нахожу в магазинах. И при помощи этого средства прям на 100% все очищает. Раз нанесли, когда бывает сильное загрязнение, я выдерживаю минут 5-10. Потом просто салфеткой смываю и насухо протираю. Все, чистота. Если розетки там нужно почистить, какие-то пластиковые поверхности тоже наносим. Выдерживаем 5-7 минут, смываем при помощи обычной влажной салфетки. Все чисто. Испачкались батареи, не знаете, чем помыть. То же самое. Наносим. Выдерживаем 5 минут. Берем салфетку и протираем. Друзья, вот такое вот замечательное средство получается. На самом деле, попробуйте. Может быть, вы используете какие-то другие, тоже напишите рецепт под видео, будет интересно почитать.
А на этом я хочу с вами попрощаться. До следующих встреч. Делитесь этим видео с друзьями. Всем пока-пока.